ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני, נותן התורה. אמן. אתם יכולים לשבת, садитесь, пожалуйста. פרשת השבוע היא כי תצא, שנמצאת בספר דברים, פרק א', פסוק 10 עד 21. Мы находимся в недельной главе כי תצא, и это второзаконие 21 с 18 по 18 стих. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו וראית בשביה אשת יפה תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה והבאת אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשת את ציפורניה וסירה את סמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכת את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלת והייתה לך לאישה והיה אם לא חפצת בה ושלחת לנשה ומקור לא תמכרנה בכסף לא תתאמר בה תחת אשר ענית כי תהיה לאיש שתי נשים אחת אהובה ואחת צנועה וילדו לו בנים אהובה והצנועה והיה הבן הבכור לשניה והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו לא יוכל לבקר את בנה האהובה על פני בן השנואה הבכור כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים מכל אשר מצא לו כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ואסרו אותו ולא ישמע עליהם ותפסו בו אביו ואמו והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שאר מקומו ואמרו אל זקני עירו בנינו זה סורר ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובה ורגמו כל אנשי עירו באבנים ומת וברת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו так כל הכבוד וואו כל עלייה רגע ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן לפני שאת תלכי קדימה אני רוצה לקרוא את הפסוקים האלה ברוסית או אתה רוצה ג'ניה? 21
Второзаконие 21 с 10 стиха читаю. Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину, красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь ее взять себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть она острижет голову свою, и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и мать свою в продолжении месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, она будет твоей женою. Если жена после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавая ее за серебро, не обращая ее в рабство, потому что ты смирил ее. Если у кого будет две жены, одна любимая, другая нелюбимая, и как любимая, так и любимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимой, то при разделе сыновьям своим имение своего он не может сыну жены любимой дать первенство перед первородным сыном нелюбимой. Но первенцем должен признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первенства». Если у кого будет сын буйный, непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к вратам своего места пребывания. И скажут старейшинам города своего: «Сей сын наш буйный, непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница». Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби зло из среды себя, и всего, и все израильтяне услышат и убоятся». Да, посмотрим, Кипелея, как ты такую главу истолкуешь. Коля, кого? Я могу переводить. Ты хочешь переводить? Да. Дима, может, хочет переводить. Шаббат шалом лекулам. Шаббат шалом всем. פרשת השבוע שלנו היא כי תצא, הנמצאת בספר דברים, מפרק א' עד פרק ה'. Наша недельная глава называется «Ки тице», «Когда выйдешь». И вот мы читали с 21 книги Второзакония. פרשת השבוע מדברת על מספר נושאים חשובים, אשר אלוהינו מוסר לעמנו. И эта недельная глава, она говорит о очень важных вещах. Есть несколько тем, которые поднимаются в этой главе, которые Господь хочет нам преподнести. כמו חוקי מלחמה ויחס לנשים שבשבי, חשיבות הבן הבכור, טיפול בבן סורר, טהרת העם בעת מלחמה ודינים אחרים. То есть здесь мы видим разные законы по поводу войны, видим законы, как относиться к первенцу, а также по отношению к женщинам и вот то, что мы читали, к буйному сыну. היום ארצה להביע דעתי לגבי נושא שדיבר עליי במיוחד. И сегодня хочу с вами поделиться одной темой, которая больше всего проговорила ко мне. בתור נערה מתבגרת שתוהה לא מעט וגם כאחת שמגדירה את עצמה יהודית משיחית ושייכת לישוע. Я вот та, которая сейчас взрослею, подросток, и я также как бы провозглашаю, что я верующая, и вот поэтому хотела вот с этой позиции выразить свои мысли. אני רוצה להתרכז בחלק של הבן הסורר שנזכר בין הפסוקים 18-21. И моя тема, она будет основываться на стихах, которые мы читали, где говорится о буйном сыне. אני אקרא בגרסת עדות כדי שגם צעירים יותר יוכלו להבין. Мы сейчас еще раз это прочитаем в другом немножко переводе, чтобы многие другие молодые тоже могли это понять. אם יהיה לאיש בן סרבן או מרדן שלא מציית לאביו ולאמו, ועל אב שיעניש אותו ולא ישמע בקולם, יקחו האב והאם את הבן ויביא אותו לזקני עירו בשער היישוב שלו. ההורים יאמרו לזקני העיר: בננו סרבן או מרדן, הוא מבלה כל הזמן ואינו שומע בקולנו. כל אנשי העיר ירגמו אותו באבנים עד שימות. סלקו מתוככם את הרע. כל בני ישראל ישמעו על כך ויפחדו.
Если у кого-то будет упрямый и непокорный сын, который ни отцу, ни матери не повинуется, и сколько бы они ему ни говорили, он их не слушает, то пусть отец и мать приведут их к старейшинам, к лидерам города и скажут: «Вот наш сын, он упрямый, непослушен, и он не повинуется нам и не слушается». И тогда пусть жители города забросают его камнями насмерть и таким образом истреблят зло из своей среды. מדובר כאן על בן חוטא ולא ממושמע במשפחה, שלא שומע בקול הוריו, שדואג רק לעצמו, אגואיסט וחסר תקנה. Здесь мы видим такого человека, сына, который не слушается своих родителей. Он думает только о себе самом. Эгоист. כתוב שעונש לבן שכזה הוא אהבתו על זקני העיר, אשר בדרך כלל ישו בשער הכניסה לעיר, למשפט והוצאה להורג על ידי כלל תושבי העיר, כדי להוציא את הרע מקרב העם ולהביא פחד ויראה לאחרים. И мы видим, как такого сына нужно осудить, что его приводят к старейшинам города, которые обычно сидели возле ворот, и они таким образом судили, и его должны будут осудить на смерть. כתוב ש... לפני כשנתיים הייתה לי תקופה מוזרה שאפילו אבא שלי הגדיר אותה כבלתי נסבלת. Кима? А, Бельтинисбель. Примерно два года назад я тоже проходила в своей жизни такой период, и даже папа мой говорил, что ну это просто невозможно терпеть. Я не слушала своих родителей, занималась своими делами, была сосредоточена на себе самой. ובכל זאת, ההורים שלי לא הביאו אותי ללאון כדי לסקול אותי באבנים יחד עם כל קהילת שווי ציון. Но несмотря на это, мои родители, они не привели меня к Леону, чтобы он меня забросал камнями вместе с остальными. במקום זה, הם ניסו ללמד אותי והתפללו יחד איתי. אלוהים שינה אותי, ועם הזמן ההתנהגות הזאת עברה. И вместо этого они просто сидели вместе со мной, они учили меня, как нужно правильно поступать. Мы вместе молились, и мы смогли таким образом преодолеть этот период. Также мы в Писании нигде не находим именно настоящих событий или примеров, где вот так вот люди поступили, чтобы взяли своего сына, вывели к старейшинам и забили его камнями. אך יש מקרה אחד מסוים בכתובים שדומה מאוד למקרה שלנו מפרשת השבוע. Хотя в Писании мы да находим один пример, который немножко похож на то, что мы читаем. אני אקרא מישעיהו פרק נ"ג, פסוקים 6-9. И мы прочитаем с вами из книги Исаия 53 глава с 6 по 9 стих. אני אקרא בגרסת העדות. כולנו עבדנו כמו צאן, כל אחד מאיתנו פנה לדרכו, אבל אדוני הטיל עליו את האחריות על החטאים של כולנו. מעונה אבל נכנע, את פיו לא פתח, כמו שה שהובא לשחיטה, כמו כבשה ששותקת כשגוזזים את הצמר שלה, הוא לא פתח את פיו. הוא נלקח ממעצר וממשפט, מי יספר על מה שקרה בזמנו? הוא נקרט מארץ החיים, הוכה בגלל פשעי עמי. הוא נקבר עם רשעים ומת עם עשירים. על מעשה רע שלא עשה ועל מרמה שלא דיבר. Мы все блуждали как овцы, разбрелись кто куда, но за наши грехи Господь покарал его. Угнетаемый, униженный, он оставался безмолвен, как влекомый на убой ягненок, как овца, что безгласно, когда ее стригут, так и он оставался безмолвен. Был он схвачен под суд, отдан. Кто о судьбе его размышляет? От земли живых он был отторгнут. Пала на него кара за грехи моего народа. אנחנו רואים כאן שכל אחד מאיתנו הוא אותו הבן הסורר שמרד בהוריו, אבינו שבשמיים, ומתעסק בעצמו, מתמלא בחטאים ומגיע לנו עונש מוות. И здесь мы можем увидеть вот из этого примера, что каждый из нас, он подобен вот этому буйному сыну, который пошел своими путями, он отвернулся от небесного отца. ובכל זאת, מישהו אחר, קדוש וטהור, לבש את החטאים שלנו, של בגידה ואהב וסוררות, והסכים לשאת בעונש הכבד המגיע לנו, והוא המוות. И каждый из нас совратились с тех Божьих путей и полагается нам наказание. Но есть здесь кто-то, который берет эти наказания на себя, чтобы мы могли иметь искупление. והמישהו הזה הוא ישוע המשיח. И вот этот кто-то, это и есть Иешуа, Мессия.
כמו שכתוב באל העברים, פרק 13, פסוקים 11 עד 12. Также написано в послании к евреям, в какой главе? В 13 главе, в 11-12 стих. הבהמות אשר דמן מובא אל הקודש, ביד הכהן הגדול לכפרת החטא, גופותיהן נשרפות מחוץ למחנה. לכן גם ישוע, כדי לקדש את העם בדמו, סבל מחוץ לשער. Ибо все животные, кровь которых приносилась за искупление грехов наших, они все были сжигаемы за станом. Поэтому также и Иешуа, чтобы осветить нас, свой народ, своей кровью, он страдал вне ворот. Иешуа нилках ידי העם שלו, הקרובים שלו, ונשפט על ידי זקני העם, אשר בדרך כלל ישבו בשער העיר. И вот Иешуа, он был предан своим народом, старейшинами города, и его вывели на суд вне стана, то есть за город. הוא הוצא מחוץ לעיר וסבל מוות כדי להוציא מאיתנו את הרוע והחטא ולהראות דוגמה על האנושות כולה. И он страдал вместо нас и заплатил за эту цену, чтобы быть примером для многих людей и оправдать всех. היום, דרך פרשת השבוע הזאת, אני מבינה יותר את קורבן ישוע ומה הוא עשה עבורי. И вот через эту недельную главу я сегодня больше понимаю то, что сделал для меня Иешуа, для каждого человека. כל אחד מאיתנו הוא בן או בת סוררים, וישוע מת עבורנו כדי שנהיה נקיים. Каждый из нас, он является буйным сыном или дочкой, и Иешуа, он умер за нас, чтобы очистить нас, оправдать и приблизить к Богу. המסר הזה הוא אבן פינה בחיים האישיים שלי כנערה מאמינה, והוא חשוב לכולנו. И вот это вот послание, оно является основой в моей жизни, оно важно для каждого из нас. אני יודעת שיש לי עוד הרבה מה ללמוד ולהבין, ואני בטוחה שאלוהים יגלה לי עם הזמן את מה שצריך. Конечно, я понимаю, что много чему еще мне нужно научиться в жизни, но я верю, что Господь будет научать и наставлять меня. אני רוצה להבין את הבשורה טוב יותר, לחיות אותה ולחלק אותה עם אחרים. Я хочу больше учиться от Господа и делиться Словом Божьим с другими. והבשורה קלה ופשוטה להבנה, כי כתוב בתימותאוס א', פרק ג', פסוק ט"ז. И Божье послание, Божье слово, оно на самом деле легкое для понимания, как написано в послании Тимофея. ישוע התגלה בבשר, הוצדק ברוח, נראה למלאכים, הוגד בגויים, האמינו בו בעולם, עלה למרום בכבוד. Ибо Иешуа пришел во плоти, оправдан в духе, и был виден через ангелов. И послание о нем распространилось среди язычников, и его вера во всем мире. И сегодня я провозглашаю, что Иешуа, он является моим мессией, и я приложу все усилия, чтобы приблизиться к нему. גם אני רוצה להאמין בו באמת ולתת לו כבוד ראוי בחיי. Я хочу верить в него всем своим сердцем и дать ему должную славу. Амен. Амен. Коля, כבוד, Келея. Вау. Яфе מאוד. Нахон. Это действительно было хорошее послание для каждого из нас, я думаю, очень сильное послание. רגע, אתם יודעים, החז"ל, רש"י, הם פירשו את החלק הזה מאוד מעניין. Вы знаете, что Раши очень интересно истолковали это место. הוא אמר, אל תלך למקום זר לחפש שם אישה. Раши, он говорит, не ходи в далеко какое-то место, в странные места, чтобы искать там себе жену. Ищи себе жену среди своих, среди своего народа. Потому что если ты найдешь себе жену, которая ходит другими путями, неверующая, то, скорее всего, то, что получится, ее первенец, он будет вот таким вот буйным сыном. И
И тебе придется ему, из-за того, что он первенец, отдать все свое имение. И что потом будет? Его просто выведут к старейшинам, побьют его камнями. Получится, что ты просто напрасно потратил всю свою жизнь. И вот это вот такое вот истолкование Раши немножко угнетает ним. Ну вот Пелея на лучше Раши истолковала это. Молодец. Ты дала нам надежду. И вот есть Мессия, а каждый из нас является вот этими буйными детьми, и у нас есть надежда. Давайте еще раз похлопаем. Молодец, Пелея. אני רוצה להודות לנינה מאזין שלימדה אותי והכינה אותי לקראת הבת מצווה. Я хочу поблагодарить Нину Мазин за то, что она помогла подготовиться мне к бат мицве. למורים שלי בבית הספר לשבת שלימדו אותי כל שבת. Хочу поблагодарить всех учителей в шабатной школе, которые обучали меня. אני מודה לקהילת שבי ציון, שהיא המשפחה הרוחנית שלי. Я благодарна общине Шавей Цион, которая является моей духовной семьей. לאימא ולאבא שתמכו וארגנו את היום החשוב הזה בשבילי. Также хочу поблагодарить своих родителей, которые организовали этот день для меня. אני מודה לאלוהים שברא אותי כמו שאני ויש לי תוכנית טובה לחיים שלי. И я благодарна, конечно же, Господу, который сотворил меня, и у него есть план для моей жизни. Аминь. Давайте мы сейчас все встанем. וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו כקדם. וזאת התורה אשר אדוני מסר לעם ישראל ביד משה. את אותה תורה כתורו גספוד פרידל נרודו ישראל הרוקוי מאיסייה. אמן. אנחנו רוצים להתפלל עבור משפחה, עבור פלאיה. Мы хотим помолиться за семью, за Пелею и благословить вас. אז קודם כל עשית עבודה מאוד יפה, כל הכבוד. Ну, в первую очередь, еще раз, просто здорово, ты все интерпретировала, прочитала. להסתכל מדי פעם איך היא לומדת, קוראת, רצינות, אז ככה תמשיכי. У Леона была возможность видеть, как ты учишься. Иногда он заходил, смотрел, и ты молодец. Так продолжай. Мы все знаем, что в твоем имени есть такой секрет Пеле. Чудо, красота. Они колазман, что зухер это шемазез, колазман митхаберли и хадми ашимот шел Иешуа Машиах. И каждый раз, когда я вспоминаю это имя, мне сразу приходят стихи, где написано про Иешуа, что он Пеле Юэц, советник чудный. И это то, что я хочу пожелать тебе. Чтобы ты всегда
имела такую возможность приходить перед Господом и просить у Него совета. И вот этот вот совет или то, что Он тебе скажет, это не просто слова. Это не то же самое, что скажет тебе учитель или какой-то профессор. Наставление Господа, оно проникает в душу, в тело и направляет тебя. Отец, мы молимся. Чтобы твой чудесный совет наполнял ее и открывался ей каждый раз, когда она взывает к тебе. Укрепи ее и направь ее. Помоги ей быть твоим светом, дочкой Сиона, как написано в Писании. Храни ее от всех злых вещей. И помоги ей во всей ее жизни двигаться. Мы также молимся за всю семью Станукевич. Чтобы ты благословил, благословил, обильно благословил. Им тамид потхим лев леколь маасе тов, гам бакихила, гам бамокумот ахирим, леман лишарет, вегам лаазор, тиварех отам работ. Их сердца всегда открыты, чтобы служить, служить в общине, служить другим людям, чтобы нести твой свет. Благослови их, Господи. Им яхасит цаирим. Они молоды. Аваль квар еш. Но они уже могут быть твоим примером здесь, в этом мире. Благослови их во имя Иешуа Амаши. И все скажут Амэнь. Я тоже скажу тебе несколько слов, Пиле. Я думаю о вашей семье, и ты старшая, ты первенец. Запитом маскир лет Мирьям, что есть ла ахим, цейрим йотер. Я сразу вспоминаю семью Моше, там была Мирьям старшая. У Мирьям всегда была такая сильная амбиция для семьи. הייתה לה שמחה בחיים. И у нее была радость в жизни. והיא גם ידעה, הייתה נביאה. И она была пророческим человеком. היא הייתה יכולה לנבא ולהבין איפה נמצאים מים, מים חיים. И она также предвидела, видела там, где находятся источники живой воды. וזה היה עוזר לכל העם. И это помогало всему народу Израиля. זה נותן חיים לכל העם. И это давало жизнь всему народу. אז אני באמת רוצה לאחל שאת גם תאכלי למצוא את המעיינות האלה שיביאו ברכה לכל המשפחה. Я желаю тебе, чтобы ты находила эти источники и было из этого благословение для семьи, для других. לא רק למשפחה, אלא גם לאחרים, לחברים וחברות. Для тех, кто вокруг тебя. שזה יביא להם משהו משמעותי לחיים. Чтобы это את давало הרוח של אדוני. Нечто особенное в духе Господа. בשם ישועה. Во имя Иешуа. Амен. Но я тоже немножко скажу. Не гам я гид кама мелим. Честно скажу, Пиле, ты когда делала парашу? Можно сесть, а то можно. Когда сесть этот параша, то шавуа. Я, честно говоря, устоять даже не мог, мне пришлось сесть. А Пиле, я ли кашель, а мода, за это я шафти. Потому что, честно скажу, я так не смог. Я не хочу в каха лойти, я хол ласо. Ну, когда ты говорила, мне пришли слова из Тегилим. אבל כשעשית את הפירוש, אז פתאום קיבלתי מילים מתהילים. Это псалом 31 по синодальному, на еврейском 32 псалом. תהילים 31. Как раз о том, что сейчас сегодня немножко как говорилось, что он говорит, что я вразумлю тебя. Давай я прочитаю на это будет лучше звучать. אנחנו נקרא את זה אולי ישירות. Вразумлю тебя и покажу тебе путь, каким пойдешь. Советовать буду тебе, обращу взор мой на тебя. אני אראה לך, אני אראה לך את הדרך לאן ללכת. אני ישים את המבט שלי עלייך ופשוט ילווה אותך. На самом деле это тот период, когда он будет тебя наставлять, вразумлять, направлять. И не забывай, что его очи, они следят за тобой. זאת תקופה שאלוהים מלמד אותך, ידריך אותך, ואל תשכחי שהוא תמיד מסתכל.
И ты знаешь, я знаю, что папа воин хороший. אני יודע שאבא הוא הלוחם, לוחם טוב. В тебе я увидел другого воина. ובתוכך יש לוחם אחר. Именно духовного воина. לוחם רוחני. Это как раз тот момент, когда я пару раз был с вами занимался. זה גם בעצם אותה נקודה כשאני למדתי איתך ביחד. Я верю, Господь необычным образом будет тебя вести. ואני מאמין שאלוהים ידריך אותך בצורה מיוחדת. משהו, משהו, סלוף נט. פשוט אין לי מילים. שאלוהים מברך אותך. אמן. פיליה, את מתרגשת, כולנו מתרגשים, גם אני מתרגשת. פיליה, מי видим, שאתה волнуешься, но мы волнуемся вместе с тобой. למה אני מתרגשת? Почему я волнуюсь? כי את עוזבת את בית ספר שבת. Потому что ты повзрослела, и ты оставляешь нашу шабатную школу. את עוברת לשלב הבא של בגרות. Ты переходишь на следующий уровень. וכבר לא תהיי בשיעורים שלי. И ты уже не сможешь присутствовать на моих уроках, если только в гости придешь. Ты всегда, когда приходила на уроки, у тебя всегда был танах в руках. Им рацион лильмод. У тебя было желание учиться. Ликабель машу хадаш. Впитывать, принимать что-то новое. Кола милим шат шамат, ани одат ше баханту там, шакальту там. И все, что тебя учили, ты всегда это исследовала, переваривала, раздумывала над этими словами. И ты можешь углубляться. И когда я смотрю на тебя, мне сразу приходит на ум пророк Даниэль. Когда он был молод, он очень сильно любил Господа. И также любил народ Израиля. И один раз Бог послал Гавриэля для него. И он ему сказал: «Ты человек по сердцу моему, муж желаний». Хамдот – это жадный, с жадностью. Желаешь что-то с жадностью. И у хамда – это Элохим. И вот это вот желание, сильная жажда, это по Богу. Ибо всякий, кто ищет Господа, Бог открывается ему. И я уверен, что ты будешь искать его. И он откроется тебе и позволит увидеть себя. И поэтому не просто так ты носишь имя Пилея. Потому что ты увидишь много чудес в своей жизни. Мы тебя очень любим. Мазаль тов. Твое призвание и видение, они записаны у тебя в Теудат Зеути. И это проявляется через твое имя, которое Господь дал. Чтобы видеть чудеса в твоей жизни, которые Господь дал. И также, чтобы это видели другие люди, чтобы ты была как стрела. И также Господь дал тебе, вложил в твое сердце такое желание, как и у художника. И это очень серьезный дар. Потому что вот у художника или оман, как это? Творческий человек, вот в нем есть слово иммуна, вера. Ты можешь видеть вперед то, чего еще не существует. Это то, что нужно понять, принять. И то, что сегодня происходит, это еще один кусочек пазла из твоей жизни, который складывается. Написано в послании Иоанна.
Ашрей ладим ки картем эта ав. Блаженны дети, потому что вы познали отца. Бездавар хи хи псиуси, ацеха лашкет кол мамацим бишвил лави лакир эта ав. Это основа всего, это самое минимальное, что нам нужно. Ты должна приложить все усилия, чтобы познать отца. זה הדבר הכי חשוב נכון להיום, זה השורש שצריך להיות בך, להכיר את האב, להכיר את הדבר של האב ולדבר איתו בדרך תפילה. Это самое важное на сегодняшний день, чтобы это корень всего, чтобы ты могла познавать Бога. ותאמיני לי, אני אמשיך להיות קשור גם בקשר של זה. И поверь, я тоже буду рядышком с тобой и во всем этом участвовать. Аминь. Аминь. Давайте еще раз похлопаем. Что же сказать, Алина? אנחנו לא כל כך במהירות עושים סליקה לאנשים מורדנים. Да, мы не так сразу забрасываем людей камнями. Бо не варех там. Давайте все встанем и благословим. И вархеха, Адонай ваишмиреха. Яэр Адонай панав элеха ваихунеха. Иса Адонай панав элеха. Ваясем леха лахем шалом. Аминь. Мазаль тов! Яла, сию мавурахим!